Дорогие друзья, счастлив вас приветствовать. С вами на связи ваш бессменный проводник в мире духовных энергий, мастер йоги Владимир Калабин. Сегодня мы с вами будем выходить в астрал за омоложением. В современном мире тема осознанных сновидений, благодаря работам Карлоса Кастанеды, Лабержа и иных исследователей этого феномена, приобрела заслуженную популярность. Так же, как и тема астральных проекций, внетелесного опыта, выхода в астрал. Все это явление одного порядка. Но, как и все, что связано с тонкими материями, эта тема полна различного рода шарлатанов, которые обещают горы золотые, а в результате выдают нерабочие методики. Но мы с вами будем практиковать то, что действительно работает, и работает практически сразу. Порой техники действительно нуждаются в неоднократном повторении, но, тем не менее, это не растягивает практику на десятилетия, а дает непосредственный практический опыт уже во время пребывания в этом состоянии. Мы с вами выйдем в астрал и прочувствуем на себе этот феномен в первую очередь для омоложения нашего организма. Путем укрепления тонкого энергетического тела и насыщения его высокочастотными вибрациями духовной реальности самого высшего плана. Мы посредством этого позитивно и мощно окажем воздействие на наш организм. В первую очередь надо улучшить состояние нашего тела, его восстановительные процессы, запустить оздоровление и приведение себя в надлежащую рабочую форму. Этому и будет посвящена наша сегодняшняя медитация. Мы с вами не планируем сегодня далеко отдаляться от физического тела и через ряд специальных настроек сформируем пространство, в котором астральный выход полностью безопасен и удивителен по своему восстанавливающему эффекту. Так что, дорогие друзья, в путь. Сейчас ты лежишь, дышишь и расслабляешься. Сейчас нужно будет сосредоточить внимание на своих коленях и расслабить ноги ниже коленей. Сначала расслабь икры, теперь расслабь лодыжки, а сейчас расслабь ступни и расслабь пальцы ног. Теперь расслабь ноги в области бедер. Почувствуй, как твои бедра расслабляются, и тело глубже погружается в опорную поверхность. Теперь расслабь мышцы живота. Расслабь грудные мышцы так полно, как только можешь. Пусть твое дыхание станет легким и глубоким, более ритмичным
и спокойно. Теперь расслабь плечевой пояс. Пусть мышцы твоих плечей станут тяжелыми и обмякшими. Расслабь мышцы шеи и горла. По мере того, как шейные мышцы расслабляются, твоя голова все глубже погружается в опорную поверхность. Теперь расслабь мышцы лица. Пусть твое лицо станет гладким, спокойным и умиротворенным. Расслабь мышцы челюстей, чтобы твои зубы не соприкасались. Теперь расслабь мелкие мышцы вокруг век. Почувствуй, как твои веки становятся все теплее и расслабленнее. Представь, что вся твоя напряженность и скованность, все твои страхи и тревоги отступают прочь и стекают куда-то вниз, как воронку, начиная от макушки твоей головы. Все страхи и тревоги отступают прочь, опускаются по твоему лицу, через шею и плечи, проходят через грудь и живот, затем опускаются к бедрам, коленям, лодыжкам, ступням и пальцам ног. Вся твоя напряженность и скованность, все твои страхи и тревоги вытекают из кончиков твоих пальцев, и ты продолжаешь расслабляться все глубже и глубже.